Сегодня в России день неизвестного солдата. Пропавших без вести на войне осталось более 4 миллионов. Каждый год поисковые отряды придают земле до десятка тысяч погибших, но не похороненных солдат. Только в Архангельской области с войны не вернулся каждый третий воин. По традиции, сегодня к вечному огню несли цветы. В акции памяти приняли участие губернатор области Александр Цибульский, глава Архангельска Дмитрий Морев, представители ветеранских и патриотических организаций. Я считаю, что каждый гражданин Российской Федерации обязан почтить этот день и символически возложить к нашей стеле цветы. Помимо этого, у мемориала состоялось зажжение факела. Частица вечного огня отправилась в Новодвинск для проведения памятных мероприятий. За счет этой частички вечного огня включить огни памяти там, где постоянно не горит вечный огонь. В этот день огни должны гореть. Добавлю, что День неизвестного солдата – памятная дата, установленная в 2014 году.